Соломон Тихоамфибия 4 и Соломон Амфибия Болт. Сейчас мы распакуем эти оба ботинка и между собой их сравним. И также посмотрим каждый по отдельности. Начнем с Тихоамфибия 4. Вот они, Тихоамфибия 4. Второй доставать не будем. Вот так они выглядят. Это сейчас новая серия Тихоамфибия 4. Была Тихоамфибия 3. Она была в корне вообще другая. Здесь обновили подошву. Подошва стала намного мягче, удобней. Подошва стал ремешок другой. Он уже со временем не дает растяжки, как в старой Тихоамфибии, которая в Тихоамфибия 3 была. Здесь также сделали новые шнурки квиклейсы, которые сейчас очень легко расшнуровываются. Так, это нам не надо. Вот так она выглядит. Также здесь у них сетка стала мельче. И здесь сетка мельче. Уже камешки такие покрупнее. В старые забивались камешки, которые были средние. Они забивались, по ногу терлись. Здесь уже даже тут, ну, песок уже даже, ну, не будет сильно туда западать. Пятка стала тоньше, лучше. То есть на нее можно сразу, даже не раздвигая здесь, можно сразу наступить и спокойненько так куда-то дойти. То есть в старой была пятка толще, и нужно было вот эту вот раздвигать. Чтобы пятку положить, нужно было раздвинуть. Сейчас она, в принципе, даже если она затянутая, она спокойно ложится и раздвигается. Так, сейчас еще покажу вам стельки. Стельки. Вот стелька. Легко вытаскивается. Тряпчатая. Ну, тоже сохнет. В принципе, если какая-то водичка, можно в них и водичку залезть, вылезти. Вот. Дата изготовления, как обычно, вшитая подошва, пришитая. Сейчас мы сравним это все дело с другой тоже амфибией, только для других целей. Это туристическая модель. То есть в ней больше всего это именно туризм пеший. Сейчас мы достанем амфибия болт, называется модель. Здесь тоже есть бумажка, мы ее не будем доставать. Здесь тоже новые шнурки квиклейсы, тоже быстро, очень легко разжимаются. В них идет стелька. Здесь стелька с дырочками, то есть для она еще быстрее сохнет. То есть эта модель также подошва пришитая, дата изготовления. Все. Тут сетка тоже идет, сетка. Эта модель идет специально для того, чтобы вы могли залезть в воду, даже если вы будете поплавали, вылезли из воды. Если вы в Тихоамфибии вы могли только заниматься туризмом, то в этой вы можете вылезти из воды и побежать. То есть она идет и как беговая модель. Высыхает она на ноге махом, то есть где-то, ну, 15 минут она высыхает, 15-20 минут. Вот это вот все очень приятное. То есть если вы одеваете их ногу, она ногу облегает прям классно. И здесь тоже та же фишка, как и в тех амфибий. Спокойно задник складывается, не надо ничего не раздвигать, ничего, просто сложился. Надо — поднялся. То есть очень надежные, классные ботинки. Именно и для плавания, и для там где-то лазить, где речки, переходы. И также можно и побежать. Подошва та же, контрагрипп, как и везде. Резина такая, чтобы ни под водой, нигде не скользила на камнях. И вот здесь подошва. Та же контрагрипп, но маленько другой рисунок и другая резина. То есть, ну, это идет бег, а это идет туризм. Очень классные ботинки на лето. Не обязательно для бега туризма, просто ходить. Супер, где-то на отдыхе, невесомые практически, очень легкие. Вот двое ботинок. Заходите к нам в магазин, приобретайте. Будем рады вам отправить все.